Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Проект покинула новенькая Кристина Южакина. Ее забрал жених, которого она оставила за периметром. Маша Кахно устала от конфликта с Алексеем Купиным. У нее нервный срыв, она больше не хочет скандалов и теперь не будет подходить к Купину и искать с ним компромисс. Если Майя захочет с ней общаться, то они будут это делать, а нет, так нет. Как вы помните, Маша заселилась с Андреем Денисовым. Ольге Рапунцель не понравилось новое соседство. «Маша очень громкая», — сказала Ольга. «Матерится, грязнулька. Здесь будет грязно, в ванну не зайти. Я же очень чистоплотный человек, я этого не переживу». Мэри Кулешова удивила зрителей. Она отдалась Саймону Марданшину прямо в туалете и при этом даже не потрудилась закрыть камеру. В недавнем эфире Саша Черно пожаловалась Ксении Бородиной на домашнее насилие. Она обвинила Иосифа Оганесяна в нехватке внимания. Далеко не всегда он хочет заниматься волшебством, когда этого хочется Саше. Когда хочется Оганесяну, ей всегда приходится заниматься любовью, и это ее сильно обижает. Журналу «Дом-2» удалось найти папу Майи Донцовой. Вадим – известный питерский архитектор, сейчас живет в Испании с новой семьей. Он не планировал уходить из семьи. Инициатором развода стала Ирина. Он же еле пережил расставание и болел целых 2 года. С Майей встречаться ее отец категорически не хочет. В сети ходят слухи о расставании Елены Бушиной с мужем. Лена опровергает эти слухи. «Это все неправда. Меня еще 4 года назад развели с мужем. Видимо, людям нравится эта история». В сети появился новый снимок Жени Феофилактовой без фотошопа. В очередной раз мы получили подтверждение того, что своей точеной фигурой Женя обязана фоторедактору. Антон Гусев в очередной раз оскорбил Вику Романец. Во время одного из прямых эфиров он поделился, что у Вики сильно воняют ноги. До этого он уже говорил про свою девушку ужасные вещи. Он обзывал ее пьяницей, чушкой и признавался, что она позволяет себе пускать газы, а также издает хлюпающие звуки во время секса. Андрей Черкасов и его девушка Кристина Ослина делятся новыми снимками. Это щенки Моники, их назвали Есения и Сенечка. Стало известно, где Ксения Бородина берет модели для своих коллекций одежды. Доказано, что она закупает вещи на дешевом китайском сайте. Платье по $18 она выдает за свои и продает уже по $84. В сети обсудили одежду супруга Ирины Агибаловой Юрия. На фото с недавней встречи бывших участников Дома-2 все гости оделись нормально, и только на Юрия было стыдно смотреть. Он ходил по квартире в застиранных брюках, с пятнами, с вытянутыми коленками и даже не потрудился выглядеть хоть немного приличнее. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.